Всем огромнейший привет! С вами снова Эс, и в рамках рубрики «Случайная игра на Денди» мы продолжаем проходить «Черепах-ниндзя». Это уровень. И Лео. Лео. Играем за Лео пока что. Лео, донат, то, что нам нужно. Плыть будем за Микки и Рафа, наверное, да? Там, где нужно просто проплывать. Чуть дальше. И там урон нам большой какой-то не нужен. Будем за более слабых черепах играть. А где нужен урон, то будем играть за Лео и Дона. Очень странное, конечно, управление тут в прыжке. Давайте Дона все-таки выберем, потому что он тупо длиннее, ну, то есть у него удар больше. Амплитуда удара больше, соответственно, у него радиус размаха палкой больше. Он тупо, ну, меньше шансов потерять жизнь. Как-то так. Я уж подумал, что даже мне эта птица нужна не будет, но я ошибался. Эй, где мой Донателло? Почаще менять, наверное, бойцов. Если что, не стесняясь. Особо их менять. Ой, опять смотрите, какой злобный гад. Ну его мы даже Леонардо, блин, убьем. За Леонардо, вернее. Так, тихо, надо с самого края просто прыгнуть. Прыгнуть, говорю, а не упасть. Вот и все. Поднимаемся выше. Поднимаемся, я сказал. Да, вот тебе и все. Дон, иди спасай нас. Вот он, Донателло. Кто должен нас спасать? Интересно, для чего нужны очки? То есть, ну, в принципе, ни попыток, как я понимаю, ни контов за очки не дают. Какие-то покупки предметов, но тоже вроде как за очки не делаются. Поэтому для чего они тупо нужны? Просто они просто типа есть. И все. То есть есть и все. Восстанавливаем Лео здоровье, пригодится оно ему еще. И в прыжке уже трансформируемся в Дона. Черепахи-хамелеоны, просто настоящие. Настоящий ниндзя. Отлично. Не хотелось бы падать. Начинаю все заново. Выбираем Майкла. К сожалению, в бою я за него играть особо не умею. Хотя вот тут он неплох был. Очень неплох. Ну и начинается этот упоротый для меня уровень, который я очень не люблю. К сожалению, из-за управления немножко не для меня сделанного, не под нубаса, в общем, понимаете. Управление сделано для профессиональных игроков, а я явно не такой. Поэтому нам сложно. Ой, ёшкин кот. Ай! Нифига себе, там аж внизу экран что-то какими-то пикселями пошел. Офигеть. Видели? Жесть какая. Вот что ток может делать с черепахами. Я вот не знаю, какие именно я, блин, уже отключил эти штуки, какие еще не отключил. Совсем понятно бывает, к сожалению. Это тоже такой момент, когда ты... Я не знаю, как не получить урон тупо. Просто переключаюсь вот на Рафа, ну, чтобы не сдох Лео у нас. Мик, вернее, чтобы не сдох. От водорослей мы меньше получаем урона, чем от молнии.
от молнии. Блин, что я творю? Что, мы сдохнем? Да? Нет, только не заново. Только не заново, идиот я. Глупо. Было крайне глупо. Нужно было просто поменять на кого-нибудь другого. Так и знал. Я тупо так и знал. Да. Ау, управление просто шикарное. Тысячу процентов шикарнейшее управление. Какое же оно упоротое. Кто бы знал, насколько оно упоротое. Ой, поднимаемся наверх. Не, ну это... Это нет слов просто. Просто уноси. Удаляй. Говорят. Все, сдохли. Да. Ну кто следующий? Кто следующий? Естественно, блин, Лео, но. Вовремя не переключившаяся черепаха просто. Просто вовремя на черепаху не переключился. Бывает. Конты тут вроде бесконечные, как я понимаю, поэтому. Наверное. Чисто теоретически ничего страшного не произошло. До этих стадий мы дошли, в принципе, достаточно неплохо. Без каких-либо проблем. Без каких-либо сложностей, поэтому. Я думаю, что дойдем сейчас еще туда разок, как минимум. Хотя вот начались уже проблемы, да. Первая попытка была лучше намного, согласитесь, в этом плане. Не знаю, почему внизу экран так дрожит, какими-то пикселями идет. Это очень странно. Причем это бывает не всегда, видите. Иногда при прыжках. Идем баг то ли рума, то ли просто такая игра, к сожалению. Сама по себе немножко. Она старенькая достаточно. В этом плане. Дон, как настоящий Дон, просто взял и решил все. Ты сам. Молодец. Зато ну приятно играть, учитывая опять же урон, но главное рейндж атаки его. Что он может себе позволить издали очень бить. Хотя контов может быть 3, просто их не показывает, что их 3. Может быть это последний кон, который у нас есть. Я думаю, что мы в сегодняшней серии проверим по ходу дела. Если уж там, не знаю, если мы дальше и пройдем в этой... этот уровень каким-то чудом, то не сильно дальше, мне так кажется. Эта пицца явно для того, кто первый уровень прошел и у кого-то остался там, не знаю, битый Лео или очень сильно битый Микки с Ральфом. В принципе, как Ральф именно вот там наверху сражался, мне понравилось. Молодец.
Ой, то есть Микки, вот тут. Ну, своих этих гадов убил вообще изи. Смотрите, оба. Оба. Получили урон небольшой, но это бывает. Ой, к этому управлению привыкать я буду, не знаю. Годами можно к нему привыкать. Ну, очень сложное для меня. Дичайше сложное, я бы сказал. Вот так вот. Не очень сложное, а дичайше сложное. Дичайше сложное. Да. Это ж... круто. Это ж круто, да. Что там у нас дальше? Дальше у нас подъем наверх, нам нужно вниз. Нужно вниз. Да вниз нужно, Лео. Вниз, вниз, братишка. Ой, Микки, блин. Сюда нам надо. Там есть еще аккумулятор его. Там, не знаю, есть там еще, надо посмотреть, проверить. Боль. Не, нету, зря только проверял. Зря бедного Микки подставил. А как только остается у него там... Ой, тихо, меньше одного этого. Ну, то есть... Как у него остается совсем мало жизни, мы сразу же переключаем на Ральфа. Мгновенно просто. Тихо, надо вниз. Вниз, говорю. На Ральфа, все. Спокойно, Ральф пошел. Прости, братан, братишка. Да лети ты, как крылья, не знаю, отрасти себе, что ли. Не знаю, как проходить, не теряя жизни. А, Лео пошел. Ой, жесть какая жестяная. Ай. Еще это на время все, ё-моё. Остается 31 секунда, я тупо не успеваю, походу, нифига сделать. Ой, жесть. 20 секунд встает, все, пипец. Походу, все. 15, 14, 13. Надеюсь, это последняя была. Только фиг, да, там. Да, конечно, фиг там. Ведь слева еще одна есть вот тут. Закоулки. Это вообще как проходить? Это вообще как проходить? Да, три конта было. Вы это видели? Там такие лабиринты вообще. Это вообще как проходить? Это вообще реально проходить? Ладно, спасибо огромнейшее всем, кто смотрел. Следующая серия начнется у нас с нуля, заново. С вами был Айс, и всем пока-пока.